сегодня 15-й день, мы шли к этому очень давно. Благодаря ей этот проект случился, не плачь. Она очень много сделала. Я звоню, я делаю один звонок. Никита сидит в кинотеатре в Лос-Анджелесе. Нужно вылететь через 2 часа. Летишь? Пауза там. 3 секунды, да, лечу. На этом проекте я испытала весь спектр эмоций. Это реально крутое шоу. Это реально крутой проект. И я бы посоветовала каждому поучаствовать в этом проекте, чтобы себя проверить вообще на прочность. Что самое важное в этом проекте для меня? То, что мы были свободны. Мне важно, чтобы каждый из вас чувствовал свободу в том, что он делает. Мы будем сейчас смотреть финальную серию проекта. Крутая команда, вы крутые люди. Я безумно счастлив, что вы есть. Прошел год с того момента, как мы увиделись последний раз с ребятами, с которыми снимали проект «Остров героев». Сегодня я встретилась с некоторыми участниками, мне было безумно приятно всех встретить. И сейчас мы только что посмотрели последнюю серию. Это просто максимально круто. Когда ты смотришь это все в компании людей, с которыми ты работал, с которыми ты это снимал, и они этого не видели, а ты да, это особые эмоции. Проект «Остров героев», я могу сказать так, что он уникальный, это 100%. Я бы занесла его в красную книгу. И весь этот проект, он, конечно, про любовь, потому что все эти люди, которые включились, все эти люди, которые придумали, которые стали частью этого проекта, они все про любовь. То есть они все любят то, что они делают, с кем они это делают, то, зачем они это делают и то, как они это делают. Вот это все про любовь. Вообще для меня это на всю жизнь опыт. Я бы очень хотел его повторить, я его повторю. Это уникальная возможность у каждого человека обрести нового себя. Это некая перетрансформация личности и некий эксперимент над собой. Каждый раз, когда я смотрю новую серию «Остров героев», я думаю про себя, я закрываю глаза и думаю: «Господи, я желаю себе, тебе и всем людям того, что пережили все мы на этом проекте». Советую каждому человеку, вот самоизоляция, да, от интернета, от телефона, от всего того, что отвлекает нас каждый день, это очень важно. Почувствовать себя наедине с природой, во-первых, вообще почувствовать, что такое не быть на связи или отвлекаться вообще на что-нибудь. Просто реально быть здесь сейчас. Если у вас сейчас какие-то жизненные проблемы, если вы не знаете, что делать дальше, если вы стоите на перепутье двух дорог, или вы просто счастливый человек, но вам не хватает какого-то экстрима, и вы хотите испытать себя на прочность, вот «Остров героев» — это тот самый проект, когда произойдет невозможное. Я благодарна всем тем, кто принимал участие в этом, я благодарна всем тем, кто дал мне возможность быть частью этого, и тем, кто создавал этот проект, я имею в виду участников, конечно, потому что без них ничего бы не вышло. Я хочу сказать еще раз огромное спасибо всей съемочной группе, потому что от каждого человека зависела вся цепочка. Огромное спасибо всей команде, Артему Нужину, ТНТ, «Остров героев», всем Владимиру. Спасибо.